Друзья, всем привет! Продолжим свое маленькое обучение про криптовалюту. В прошлом уроке мы учились мониторить криптовалюту на сайте CoinMarketCap. И сегодня сделаем следующий шаг, то есть будем торговаться с криптовалютой. Это я вам покажу на примере такого биржи, как Bittrex. Вот такой у нее главная страница. Тут надо регистрироваться. Это очень просто, этого показывать не буду. И после этого мы пойдем в раздел кошельки. Так, находясь на своем кошельке, что выглядит так. Тут у вас будут какие-то определенные криптовалюты. Всегда на первом месте будет биткоин. Тут будет у вас общий баланс. Что нам надо в первую очередь делать? Пополнить свой биткоин кошелек. Это делается очень просто. Нажимаете на плюсик. Генерируется кошелек, копируете и вводите сюда столько денег, сколько вам надо. И в будущем, естественно, нажимаете на минус и выводите, сколько вам надо. Так, как же тут работать? Вы уже все научились мониторить всякие монеты. Вот как раз, если вы еще не забыли, как это делается, например, в данный момент прекрасная возможность покупать лиск, такой валюту. Что мы для этого сделаем? Идем на биржу, как у меня уже куплено, тогда вы видите, но у вас такого кошелька не будете. И сюда вводите комбинацию BOOK. Открывается такой кошелек. Нажимаете один раз на него. И открывается у вас сами, ну, где торговаться площадка. И тут все предельно просто. Вы видите текущий график. Тут у вас колонка покупать. Тут у вас колонка продавать. Как начинать? Если вам, вот тут люди, кто готовы продать свой лиск. Тут люди, кто готовы покупать. Тут цена, за сколько они хотят купить. Тут цена, за сколько они хотят продать. И тут предельно легко. Сюда ставите сумму, на какую сумму вы готовы покупать. Например, если вам подходит такая цена, вы можете сразу же его забить сюда и покупать. И тут ставите за какую сумму. Давайте наглядно посмотрим это. Это у нас будет выглядеть примерно так. Например, ставим тут 99268. И скажем, на 50 тысяч сатошек. Ставите и покупаете, покупать. Подтверждаете. Видите, за такую маленькую сумму не дают. Тогда поменяете на более больше. Покупаете и согласен. Скажем, вы купили, я покупать не буду, как у меня уже они имеются. И точно так же вы будете продавать. Сюда, как правило, нажимаете максимум, тут будут высвечиваться ваши лиски, что есть. Сюда ставите сумму, за сколько вы хотите продать, и нажимаете продать. Тут есть еще такие возможности, как поставить стоп-лимит, но я его не пользуюсь и вам не советую, потому что сам себе быть хозяином лучше. Можете покупать. Торговать вот таким образом, как показал. Если вы, например, в данный момент не знаете, что покупать, тут ничего не находите, вам все не подходит, есть такая возможность, идете на главную страницу Bittrex, и тут показывает монеты, что самые больше падали, или такое, смотрите, наш лиск тоже тут. Вот так нажимаете, вот так мониторите. Самое главное, смотрите, чтобы с ними торговались. Вы смотрите, какой тут большой, где много торг, где торгуется много, тогда сюда нажимаете и выбираете. Делается это предельно просто. Просто нажимаете на эту пару, открывается сразу такой страница и начинаете торговаться. На этом мы и закончим. Вы можете сами спокойно тут изучать, все предельно на самом деле просто. Нажимаете на кошельки. Сюда забиваете любую комбинацию, что вы находите монету, что вам подходит. Вот тут это имя. Мониторите, как мы учили прошлых уроков. И зарабатываете деньги.
И всего вам хорошего заработка, и давайте встретимся в следующем уроке. Всем пока!